вітання усім глядачам. Ми продовжуємо стояти на інформаційному фронті і спільно із провідними каналами і розповідаємо про ситуацію в Україні. Це право на правду. І ми працюємо у рамках всеукраїнського марафону. Сьогодні у нашій студії людина, чий вклад у розвиток українського кіно важко переоцінити. Сергій Сотниченко – режисер, продюсер, а нині ще й через окупацію переселенець з Ірпіня. Доброго дня, Сергію. Доброго Дякую, дня. Що ви сьогодні до нас прийшли. З окупації ви вибиралися, і ваша історія, власне, це що сюжет якогось гостросюжетного кіно. Ви привезли відео, ми його підготували до ефіру, і разом з вами давайте представимо його телеглядачам і потім обговоримо. Будь ласка. Пташка надо мной, видите? Вон. Стрельба. Капец. Месяц войны. Вот здесь вот. Здесь вот я живу. Ну, как-то живу. Там мама. В общем, мы как-то тянем. На весь квартал. Ну, нас двое. Если встретимся, увидимся. Всем привет. Прямое попадание. Мы были дома, 124, 2 номер, а рядом 124. И прямое попадание 124. Мы были дома, вынесли все двери вместе с окнами. Справа, слева, по-моему, наши. Я посередине. Собака со мной. Просто забрать мамку. Мамка в доме. Как же ее вытащить? Кто-то поехал. Сейчас пахнет. Даже не знаю. Такой вот месяц войны. Обед капец. Даже не знаю. Договоритесь, я вас умоляю. Договоритесь. Мы живы, здоровы, все нормально у нас. Все, пока. Куда пока? Покажем, какую печку мы сделали. А, печку, вот. Да. Обалдительную. Здесь хорошо. Продукты сделали. Здесь даже шапка есть, чтобы не ударила нас этой летающей. Да. О, у соседа. Сейчас я... Сосед жопа такая. Сбежал, закрыл буржуйку. Я у него попросил буржуйку, а он закрыл буржуйку у себя дома. И говорит, пользуйтесь. Дверь-то закрыта. Ну, вчера ударила граната. Разнесло дверь. Ну, я пошел и воспользовался буржуйкой. Долго, конечно, я мастырил, но замастырил. Вот, смотри. Во. И бабуле вон тепло, ножки греются. Можно и не выходить наверх. Так и не выходи, конечно. Сегодня так, что лучше... Да. Перерыв сделали сколько-то минут. Да. Последняя сигарета. Все. Наверное, брошу курить. А если не брошу курить, то давай на закончится. Пока, Серега. Thank you.
Страшні кадри, насправді помітно, що ви не втрачаєте оптимізму, але 20 днів пекла. Як ви це пережили взагалі? З трудом. З трудом. Как-то не сразу было понятно, что будет так сложно. Вначале это было как бы так ощущение, что это все далеко. Ну, 1,5 километра это, в общем-то, было далеко. И потом как-то в один момент за ночь все стало настолько близко, что было очень близко. Когда взорвали мосты, мы стали в оккупации. Когда пропал газ, я подумал, что это еще не проблема. Без газу? Да, без газу, там есть печка, там не печка, а камин, улица, частный дом, дрова. Когда пропало, ну и тепло, соответственно. Когда пропал свет, тоже подумал, что это не проблема, есть свечки. Вот. Но когда пропала вода, я подумал, что это уже начинается проблема. Вода пропала как-то плавно. Она сначала начала течь медленнее, медленнее, медленнее. Мы успели набрать чистой воды, сколько возможно, в тару, и под утро уже воды не было. Пришлось расконсервировать, у меня, благо, остался колодец дома, расконсервовать его. Он построен был моим еще дедушкой, вытащил оттуда все палки, мусор, почистил колодец, и вот люди приходили брать. Вот эта вода нас спасала. Каждый день был сложнее, чем предыдущий. Если я на 5-й день думал, что это кошмар, то на следующий день я прошлый день воспринимал как подарок. И думал, что следующий день будет лучше, следующий был еще сильнее, еще страшнее. И я не знаю, насколько бы еще хватило здоровья и, ну, как бы, мозгов, здравомыслия, что ли. Потому что оно все сложнее, 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 сложнее. Проходит месяц, и я подумал, что, наверное, уже надо идти. Вы там были не одни? Да. Так, насколько я знаю. Да, у меня было 3 семьи. Вначале мы жили в 3 семьи. Ребенку было 3 недельки, поэтому он с многоэтажки спустились ко мне, и мы жили там. Но через неделю было настолько сложно, что им пришлось выехать. Ну, поскольку мосты были взорваны, еще были коридоры, там частично были коридоры, они собрались и поехали. Они в первый момент они не выехали, потому что ходила там вот история с Романовкой, то русские, то украинцы, то русские, то украинцы. Они приехали, их обстреляли, они вернулись. Я сказал, поедете утром, они сказали, нет, мы поедем через час. Я говорю, почему? Ведь нет, я говорю, в комендантский час попадете. Нет, мы поедем сейчас. И они поехали как раз во время вот этой паузы, когда русских отбили, они проскочили. И мы все время звонили, звонили, звонили им, звонили. Они когда уже выехали дальше от Киева, там километров за 100, перезвонили, сказали, что все хорошо, мы выдохнули. Вот так выехал 3-недельный ребенок наш. А я остался с мамой, и я остался с Галей, моей девушкой, потому что мама не ходячая, она могла... Физично вы не могли выехать, так я разумею? Физично не мог выехать. Ну, и мама считала, что, хотя она и родилась во время Второй мировой войны, она как бы считала, что, ну, придут русские, что они меня расстреляют, я же ничего им не сделала. Ну, потом, когда она увидела, что танкам все равно, русский ты или украинец, и минам тоже все равно. Они никто в лицо не смотрит, они просто бьют и месят вот так вот, перемешивают все, вот поле боя. Вот тогда она поняла, что она ошибалась. А до этого она была оптимистична, достаточно оптимистична, сказала, я никуда не поеду, это мой дом, это моя крепость. Но оказалось, крепость тоже можно взять. Рухнула. Да. А скажіть, будь ласка, власне, окрім вашого будинку, там ще щось залишилось? Що взагалі було навколо? Когда я уходил, не было вокруг ни одного дома, который бы не пострадал. Во всем квартале. Потому что мы, как ни странно, мы оказались как раз посередине линии огня. Мы были вот именно вот
в этой точке, где все время мы... Вы в центре, так было? Да. Это был как Сталинград, потому что он переходил то русские, то украинцы, то русские, то украинцы. До обеда заходили русские, их бомбили, русские уходили, заходили украинские войска, ЗСУ, и вот так вот это вот... Тобто это це все... цілий день були бої, навіть не без перерви? Без так. перерви, ну, я вже можу просто розписання написати. В 7.15 були наша атака, пушки. Били по русским позициям. В 7.15. Потом тишина минут 30, потому что русские уговтывались. И где-то без 15.08 русские давали ответку. Почему я понимал? Потому что разные снаряды были. Наши били какими-то такими мелкими снарядами. Это были не такие уж и громкие осколочные, вероятно, мины. Потому что даже в асфальте они не делали такую большую воронку. Когда была ответка, было страшнее, потому что снаряды сначала били в землю, это был такой огромный молот, который стучал в землю, дом подпрыгивал, и через полсекунды раздавался взрыв. И когда дом подпрыгивал, ты не понимал, куда оно ударило, потому что земля передает, не передает расстояние, и ты не понимаешь, она за 200 метров, либо за 2 метра. Вот. Когда ударил молот, и мина взорвалась у меня в 2 метрах за стеной моего дома, я сидел как раз за стеной, и начался пожар у соседа, ну, я тогда ощутил реальный ужас. У меня ощущение было такое, что двинули мне в голову, и я побежал на улицу смотреть, что горит у меня. И под обстрелом я увидел, что горит сосед. Между нами 1.5 метра, сейчас же не все выдерживают нормы строения, строительства. Вот. И я молил Бога, чтобы огонь не перебросился на мою крышу, потому что мама легла спать, мы в 5 часов уже ложились спать, потому что темнело, света не было, она ложится, я ее бутылочками теплыми обкладывал, вот, и она пока была в доме, она, не знаю, слышала она этот удар или не слышала, но я ее не хотел будить, чтобы не пугать, и молил Бога, чтобы пожар не перекинулся на мою крышу, потому что вот он был такой высоты, как раз до крыши, 5 метров, наверное, вот, и как Божьим благословением подул ветер, и этот огонь вот как-то вот отклонялся, железный забор держал этот огонь, чтобы он не зацепил угол, вот, отклонялся, и потом я смотрю, боже, и дым, такой дым, что вот просто ничего не видно. И вдруг пошел дождь, и огонь давай падать, спускаться, и вот так вот дом мой обошла эта история. Вот. И эта бомбежка была вот такая вот, перебомбежка была где-то до 2 часов дня. После этого маленькое стихание такое вот, где-то на полчасика, идет пехота. Идет пехота, которая просматривает, что там осталось. Сначала русская, потому что они бомбили последние. Ну, там уже перестрелка такая. Сначала идут русские, в черном они были. Сначала в черном, потом начали как душманы переодеваться в цивильное, пряча автоматы. Вот. Потом ЗСУ их выбивало пулеметами, танками, они отходили назад, и до 8 вечера их отгоняли на прежние позиции. Ночью тихонечко простреливались кварталы, русские думали, как бы обойти, вероятно, обходили, все время обходили, то с одной стороны пытались обойти, то с другой стороны, ну, у меня танковая атака, то вот так вот, то вот так вот, вот по пересечению. И самое печальное, что мы сидим посередине, никакого ни тебе оружия, никаких защитных средств, ни ходячая мама, которая здесь спит, здесь живет. В погреб ее загнать было очень сложно. Вы видели, что ей забежать туда невозможно. Ну, это должна вот быть какая-то пауза. А день был такой, что гул был постоянным. Вот взрыв, еще эхо не закончилось, уже вы следующий. Вы постоянно сидели в подвале, я так разумела. Невозможно сидеть постоянно в подвале, надо воды взять там какой-то. Есть пауза, минута, перебежал. И нельзя все время в подвале, потому что по подвалу было 2 удара миной. Угу. Там тоже небезопасно. Там он бы никак не выдержал танкового выстрела, например. Это мина, мины, которые влетели в подвал, ну, выдержал подвал, но танк, наверное, бы развалил его. Тобто я так зрозуміла, що расисти, вони безперебійно, без перебою, просто цивільне населення винищували, так? Заїжджав БТР и вот так вот пулеметом строчил по всем окнам. Вот я лично видел, вот так вот, я лежу, а он так вот, трассеры, 9-этажный дом, и прострелили все окна, цивильные, он заехал,
покуда не заезжал наш танк, не давал ему сдачи. Сергій, розкажіть, будь ласка, якщо ви тут, ви в безпеці, слава Богу, як вам все ж таки вдалося вибратися і ще й з хворою мамою? Як? Ну, когда уже 24 числа, когда я посмотрел, что три оставшихся дома в квартале, которые закрывали меня от русских позиций, вот так вот наш дом, вот так вот, три оставшихся дома горят, с одного просто снесло крышу, они горят, и я подумал, что к утру у меня будет открытая местность. И русские позиции, естественно, будут направлены сюда, мы как посередине. Вы уже розуміли, что эта ночь может быть останньою? Да, я подумал, что мой дом остался последний из нетронутых квартале, и он, ну, я не знаю, что должно его сохранить. Мне казалось, что он обязательно по теории вероятности должен попасть под раздачу. Вы собрали вещи, и как вы, не было шляхи выхода зеленых коридоров, ничего по факту не было? Ничего не было, не было ни информации, ни связи, вообще ничего. Мы месяц сидели, только иногда слушал в машине радио, пока был бензин в аккумуляторе. Я в 4:30 зашел к маме и сказал: мама, одевайся. Мама сказала: чего, что? Я говорю: пошли. Я ей логично объяснил, что мы остались последний дом, что 100% завтра будет попадание в дом в наш, мы в доме, в погреб не добежит мама, в погребе сидеть тоже сложно, она же старенькая, ей надо там подушка какая-то. В общем, я ее убедил, сказал, что поедем на тачке. Ну, на тачке? На тачке. Она думала, кравчучка. Я говорю: какая кравчучка, мама? Ну, вот эта тачка, которую нам отдали, наш тероборона отдала тачка, магазинную тачку, когда мы положили туда сахар. Звичайно, магазинна тачка. Да. Я сказал: нет, в эту тачку ты не влезешь. Я убрал эту тачку и взял обычную огородную тачку, вот эту, которую яблоки перевозят, картошку. Я сделал такое ей еще лежбище. Положил несколько пледов, подушку, посадил маму и побежал. И побежал, вот, открыл калитку. Ночью как раз очень было романтично, потому что пели соловьи. И я видел эти ямы, оббегая вот эти вот воронки, разрушенные дома. И вдруг мама увидела, что творится на улице. Потому что мама еще со двора не выходила, она выходила в погреб и дом. И тут она увидела, заплакала и давай молиться. Вот. Когда мы вышли на... Я знал, что Варшавская улица — это еще наша, потому что Октябрьская простреливалась, Севериновская, на которой мы жили, она простреливалась просто до вокзала, вот так в 3 километра, и там стоял пулеметчик, который шуровал, и кто переходит через улицу, всех расстреливали. Вот. Мы дошли до Варшавской, я еще так посмотрел направо-налево, и была такая горка, и мы побежали по ней, мама начала молиться, вот, но... К сожалению, я не оказался не настолько сильный, не так быстро бегаю с тачкой и с мамой впереди. Мы не успели в эту тишину. За нами началась стрельба. Начали лететь мины. Когда я услышал украинскую атаку, я понял, что сейчас будет ответка. И я бежал и ненавидел себя за то, что я настолько слаб, что вот я устаю так быстро, что я не могу под эту горку очень быстро вбежать. Ноги хватает судорога. Я сажусь отдохнуть, держу маму, отдыхаю, вдыхаю, за дерево прячусь и опять бегу. Я побежал в сторону подвесного моста, потому что об этом мосту мало кто знал. Но а когда... взагалі якось планували? Ну, никак, в принципе, не планували. Що можна планувати в такій ситуації? Ви, напевно, просто в шоці бігли, куди можна було? Я планував добігти до лісу, перейти через річку Ірпінь і в лісу заночувати. Ага, такий був план. З мамою, да. А потім, після ночівки, я думав, що в следующую ніч я вже дойду до академгородка. От так от я планував. Но когда я выбежал к подвесному мосту, и мне оставалось там к нему 400 метров, пойма, солдатик, откуда не взял, не знаю, откуда взялся наш солдатик, который говорит: туда нельзя, моста нет, и туда нельзя, все простреливается. Я говорю: куда можно? Он говорит: иди, попробуй через шлюзы. Потому что через шлюзы где-то неделю назад был, люди ходили. Я побежал на шлюзы. Это уже там немножко опять назад, опять туда, и все время бомбы летят. Я побежал на шлюзы.
Но до шлюз не добежал, потому что там встретил опять еще один наш блокпост, который мне сказал, ребята, что нет, через шлюзы прохода нет. Я говорю, ну не возвращаться же мне обратно. А там бомбят. А там и как все закончилось? Как вы выбрались, власне? Они сказали, можно переехать через переезд. Я говорю, в смысле через переезд? Там же русские. Он говорит, частично русские, частично наши. Я говорю, как это? Ну вот так вот. Они посадили меня в машину. Да, как повезет. Они посадили меня в машину с этим, положили туда наши сумку бабушки, ну вот этот пледы все положили, посадили бабушку, обложили ее бронежилетами, он положил сам все бронежилетами, дал мне в руку автомат, высунул в окно, говорит, если что, стреляй. С разбитым окном, вот через дырочку вот так вот он смотрит, все побито, я говорю, как вы видите, он говорит, нам перескочить только надо. И на полной скорости он перелетел через переезд. Вот, нам... Вам пощастило, что вы на своих натрапили, так? Да, 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 да. Когда мы перескочили через переезд, он рассказал мне дорогу, как обойти кадыровцев и как дойти до моста через Романовку. Поскольку там не было транзита, и там летали грады, ну, мы пошли через мост. Мы пошли с бабушкой через мост. Обошли все это дело, поскольку я... Хорошо, что я местный, понимаете? Если бы я не был местным, ну, наверное, были бы большие проблемы. Потому что я вот тихонечко понимал, как можно обойти эту часть, как можно выйти туда, обойдя. Ну, вы ориентировались просто на местности, так? Да. Потом, когда мы уже дошли к мосту, появился коптер. Появился коптер, и это было очень опасно, потому что коптер был как... Я же не различаю их, так как наш, так и русский. Наши замечали мирного человека и наносили удар рядом, и не били по мирным домам. Русские же видели, вот так вот я одевал капюшон специально, чтобы это было видно, что я не военный. Русские били, как ни странно, по капюшону. Я когда собирал дрова, была атака туда, я убегал, прятался в погреб, была атака по погребу, я прятался за дом, была атака в дом. И я понял, что ну, капюшон мы увидели. И было очень страшно ждать именно вот этой атаки. Мы быстренько спрятались под мост, потому что до этого, до подхода я видел грады, я видел взорванные машины, я видел месиво вот это вот. Я спрятался под мост и говорю бабушке, давай, ты у меня сильно, давай быстренько перейдем через вот эту кладку. Она говорит, да, 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 и вот это вот я никогда никак не забуду, потому что у нее такой писклявенький детский голосок стал, знаете, вот такой она, да, да, я у тебя сильно. Я у тебя сильная. И вы просто и буквально мы... маму перенесли? Да, да. Мы перешли через эту кладку, но благо, что это был не русский коптер. Это были волонтеры, которые мы уже когда перешли, я уже увидел парня и девушку, которые нас подняли быстренько в машину. И таким образом мы оказались в Академгородке и не ночевали в лесу. Хотя отобрали у меня нож. Вот такой большой, который можно рубить деревья. Я приготовился так конкретно. Ну, це насправді дуже-дуже страшна історія. І вам насправді пощастило, що ви натрапили на своїх і на волонтерів. Да, да. І вціліли, і опинилися на академмістечку, і були вже в безпеці. Насправді, окрім того, що ви були в цьому пеклі, ви ще все ж таки намагалися робити якесь відео, і це документальні ці штуки, це дійсно підтвердження цих злочинів, расистів. Це дорогого вартує. Я хочу зараз продемонструвати нашим телеглядачам відео, яке ви також нам представили. Це ваш земляк, який, власне, досі, напевно, там і знаходиться. Прошу режисера включити відео. Вечером. Когда началось? Началось где-то в часов 7 вот так. В этом. И вот ударило сразу. Тут ударило где-то. Где горит, а тут, потом наша вот. Удар был. Мины. А вы где живете? А я живу здесь, в этом доме. Так а расскажите, как вы вот выходили, как вот. А, ну мы услышали, уже, когда мина пошла первая, мы начали выходить в подвал. Ну и только спустились вот до дверей. Я взялся за ручку и хотел открывать двери, даже приоткрыл. Слышу свист, и такие наближающие, как на голову вроде бы падает. Я прикрыл и стал за угол. И в это время вот это бубухнуло. Там огонь такой, девчата перепугались, наши все,
И потом быстренько, вот после взрыва, пошли в подвал и уже ночуем там, сколько, четвертую неделю. Ни хлеба, ну воды есть, вода у соседа есть хоть. Это забор вывалило соседа, вот. Окна все, вот. Везде закрыты двери, хорошо, хоть пожара нет. Что хотите передать нашему дорогому Путину? Я не только, если ты это, я не только Путину хочу передать, я и Зеленскому. Ну скажи, что ты хочешь. Ну чтоб, что, договориться надо. Что надо идти договориться, иначе они тут перевалят все, блин. Це страшні кадри, насправді. Я просто, ну, я не можу спокійно їх дивитися. Це шокуючі історії. Я не випадково вас представила як видатний режисер і продюсер сьогодення. На вашому рахунку безліч кіношедеврів. І знімали ви ці історії також не випадково. І попри те, що ви 20 днів просиділи у цьому пеклі, у цій окупації під бомбами, ви все одно виношували ідею. Ідею нового фільму. От про це, якщо можна трошки детальніше, розкажіть. Ну, вряд ли сказати, що я виношував. Я знімати-то почав не одразу. Була інформація, що русські відбирали телефон і дивляться, що ти знімав. Якщо ти знімав взорвані дома, або щось після війни, вони розстрілювали. Навіть не розмовляли, нічого просто. І була дуже... А поскольку бігали отак, от, було дуже опасно знімати. Но я потом себе сказал, об этом надо обязательно каким-то образом показать. Ну, когда я залазил на девятиэтажку, я еще сбрасывал Сереже, своему сыну, фотографии. А потом не было, как зарядить, не было возможности зарядить телефон. А потом я нашел разбитую взорванную машину, вытащил оттуда аккумулятор, подзарядил телефон. И тогда я начал снимать, потому что у меня два телефона. Mm-hmm. Я думал, что один я русским покажу. Пусть они там типа, а этот я буду держать всегда в носке. А, вот. И тогда, вот тут, только тогда я начал снимать. Почему? Потому что, ну, знаете, вот я режиссер, да, я снимал много фильмов и про войну, и военных фильмов, и художественные, и документальные. Но, честно говоря, я это сложно передать словами. Это можно только как-то прочувствовать. Я попытался что-то сделать, но это далеко не то, что было на самом деле. Ну, это десятая часть. Крыхты. А, да. Я приехал оттуда. Идея родилась, когда я позвонил своему другу, друг-сосед мой, который ушел в ВСУ. И он со слезами на глазах, взрослый человек. Ему 50 лет. И он со слезами на глазах он сказал, ты не имеешь права об этом не рассказать. Он сказал, это твоя миссия. И взял с меня слово, что я обязательно об этом как-то расскажу. Он сейчас воюет. Степа, привет. Я думаю, что нас чуем. Я, приехав сюда, сразу же родилась идея рассказать правду, потому что я приехал в Киев. Да, люди ужасаются, но Киев совершенно другой. Я приехал в Хмельницкий. Хмельницкий, ну, достаточно мирный город получается. Я дорогой ехал. Все. Ну, по сравнению с тем, что я пережил, с тем месивом, но это, ну, не сравнить. И я думал, что обязательно надо рассказать, потому что не все воспринимают беженцев как людей, которые прошли через это. Очень многие воспринимают, может, сами беженцы как бы виноваты в этом. Очень многие их воспринимают как людей попрошаек, что ли. Как людей, которые приехали к нам, понаехавшие. Даже в Ирпене у нас относились к людям из Донецка как к понаехавшим. Потому что в Ирпене тогда еще не знали, что такая война. Да, да. И я теперь хочу, чтобы люди открыли глаза, что это понаехавшие не по своей вине и не по своей воле. А потому что Путин создал такие условия. И поэтому у нас нет выхода, как быть понаехавшими. Да, родилась идея рассказать мне правду, вот именно этот месяц, который я прожил там, ничего не выдумывая особо. Там ничего не надо выдумывать, там надо вспомнить просто, как это было, как люди, как выживало три человека. У меня ведь моя девушка, я ее раньше отправил, я ее заставил уйти, потому что я видел, как человек сходит с ума. Женщина, которая
постоянные взрывы, вот эти, причем бомбы — это недалекие бомбы. Это взрывы за 10, за 15 вот, метров. Тут, да. И у тебя разделяет взрыв только стена. И она сидела вот так вот в коридоре, молилась, и она боялась выйти на солнце. И когда я говорил, выйди на солнце, потому что посмотри, она смотрела как крот и говорит, я скоро ослепну. И я подумал, что она не выдержит психика. Я говорю, Галя, надо уходить. Она говорит, нет, я тебя не брошу, я бабушку не брошу. Она следила, она нас кормила, она так вот... Ну, доглядала, вот, да. Я говорю, нет, Галя, надо уходить. И я уговорил ее, утром поднял. Я ее провел, тогда еще можно было пройти. Потому что мне солдаты, которые разведчики проходили через нас, сказали, вы можете выйти, вот, дойдя до 6-й линии, дойти там блокпост, и вас примут, и вас отвезут. И я ее утром довел до блокпоста и вывел ее и еще одну семью, которая была рядом со мной, которая тоже там была, семья, ребенок. Вот вышли. Я дуже вибачаюся, дійсно, у вас така історія, розумію, емоції, дуже короткий час ефіру. Так, скажіть, будь ласка, коли плануєте знімати цей фільм і чому ви стверджуєте, що його потрібно зняти вже? І чи є у вас на це бюджет? Ну, це не для кого не секрет, фільм зняти це не так просто. Да, бюджету нет. Я пытаюсь сейчас создать фонд. У нас, я приехал сюда и встретил своего знакомого продюсера. Продюсер Аня говорит, что мы снимем, обязательно сами найдем деньги. Как найдем деньги, пока не знаю. Я бросил клич. Американские друзья делают фонд. В общем-то, мы пока ищем эти деньги. То есть вы в процессе? Мы в процессе. Собираемся снимать сейчас. Собираемся снимать на полуосвобожденных территориях. Фильм снимается просто. Не надо особо ничего придумывать и выдумывать. Локации... Можно даже заехать в Ирпень на тех же локациях снять. Если он освобожден уже полностью. Разминируют, и можно там же и снять. Сценарий – это ваша история. Сценарий – это просто наша история. 4 сценариста сейчас готовы писать сценарий. Была у меня с ними вчера встреча. Я им рассказал, они переваривают, потому что я рассказал малую долю переваривают. Ну, в общем, работаем, ищем деньги. Пока ищем деньги, потому что, деньги... Ну, це важливо, так, і насправді цей фільм, він буде дуже важливий і для України, і для світу, тому що, що як не відеодокази, стануть максимально, покажуть просто світу ці звірства. Те, що ви розповідаєте, навіть мені, я також переселенка, я також поверталася, 4 дні пробула у Києві, але навіть 1% його я не відчула те, що от ви зараз розповідаєте. Це страшні речі. Про це має знати весь світ, тому що те, що ми чуємо з російських каналів, це... Це просто дуже-дуже недобре. Але менше з тим, я вам дуже дякую сьогодні, Сергій, що ви сьогодні прийшли, розповіли свою історію. Це важливо для нас, це важливо для наших телеглядачів. І я думаю, що воно дуже-дуже-дуже буде повчально, одним словом. Спасибі вам. І я хочу наостанок також ще продемонструвати нашим телеглядачам відео, яке ми вчора з вами також змонтували. Це знову-таки з ваших матеріалів. Це важливо, тому що... Просто я дуже молюся, щоб це не стосувалося нікого. Але, на жаль, це стосується усіх нас. Мамо! Мамо! Мам, я убитий. В Ірпені, в бою під обстрілом ворожим. І тому прости мені, що вже приїхати не зможу. Я б тобі картоплю посадив і малинку у садку хорошу. Хату би з тобою нарядив на Великдень, але вже не зможу. Жаль, додому привезти не встиг дівчину свою, на тебе схожу, щоб онуків мала ти малих. Ти пробач, але тепер уже не зможу. Тут в могилі братській всі свої, я лежу з краєчку на сторожі. Якщо вийде, мама, то приїдь, бо до тебе я вже не зможу. Слава Україні! Смерть ворогам! Залишайтеся на 33-му, довіряйте тільки перевіреним новинам і знайте, все буде Україна!